Всем привет! С вами канал Вартмания. И Димочка у нас собирается на улицу с бабой и дедой, да? Ждем их, они сказали. Через полчаса будут, уже вроде минут 25 прошло. И Дима у нас сам одел шапку? Ты сам одел? Да. 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 А куртка? Ты что там смотрела сейчас? Что там написано? Не надо так молнию делать, Дима, она сломается так. Ты козявка маленькая, да? И запады. Нашла вот еще две куртки. Кофта одна какая-то грязная, надо постирать. И на куртку падать все описано. Нельзя, конечно, нельзя. Ты какой же стал взрослый, Дима. Написано, это там написано, надо туда вписывать имя ребенка. Вот тут вот, подожди. А, Наймы вот написано. Имя, еще что-то. А, телефон. Если ребенок потеряется, у него там посмотрят. Адрес посмотрят, фамилия, имя, телефон. Позвонят родителям, скажут, это ваш ребенок потерялся? Родители, да, наш. Там мальчик, как звать? Дима звать. И все. И родители приедут и заберут. Ты же адрес свой не помнишь? Помню. Помнишь адрес свой? Какой у тебя адрес? Другой совсем. А, другой совсем? Да. Какой у тебя? Ты в каком городе живешь, мальчик? Самара. Самара. А улица? А улица? Да, запомни. Там фонарь горит у розанки вот так. Там на домике. Там бозонька зеленый. Фонарик? Да. Да там же это купола, там крест у него. Это, там молиться надо, ходить туда. Церковь это называется. Церковь. Иногда храм еще называют. А там цирк там. Угу. А это есть там цирк. Угу. Давай с тобой будем обувку одевать сейчас. Вот, смотрите, свекровь пришла. Все перемыла. Была, стояла посуда с выходных. Я с выходных это. Выходные Диму, когда забирают, сил нет уже. Просто придешь домой, притащишь сумки тяжеленные. Вообще нет сил до посуды. Все перемыла. Со стола все вытерла, все стало хорошо так. Все чистенькое. Сейчас после нее все. Тряпочка своей любимой. А где она у меня? Моя любимая тряпочка. А вон она. Все, вижу. Любимая тряпочка. Сейчас все тут протру вокруг. И красота. Что-то даже кастрюлю, сковородку даже помыла. Вот, правда, ходили, меня ругали, что посуда грязная, что это такое. Я говорю, ну я не успеваю. Ну, не успеваю. Да, одна минута там с лишним, полчаса помыть посуду. Ну, сил нету, к сожалению, Дим. Дима. Будем кушать? Обедать будем? У нас время 17 часов, 5 часов вечера. Я думала, сейчас ребенка еще спать уложу немножко, он хотя бы поспит хорошенечко. Но они зашли так надолго. Крашу шкаф. Кто помнит, у нас здесь шкаф был. Вот я его крашу. Краску вот. Перемешиваю, нашла палочку. Одну уже такую банку я потратила 500 миллилитров. Но она, краска впиталась. Здесь тут еще нормально, а здесь, видите, впиталась. Не знаю, сколько банок понадобится такой краски. Появляется уже цвет, наконец-то, бежевый. А когда открыла, она вообще была какая-то белая. О, прям смотрите. Чем больше мешаешь, тем темнее становится. Вот даже видите, тут вот, тут видно. Эти темные, а вот тут беленькая. Ай. Разница видна. Сейчас будем с вами красить.
когда будете красить, обязательно ненужную туалетную бумагу отмотайте себе ручку. Потому что вот она пачкает, когда особенно будете красить вверх. Видите, она вся уже измазанная. Хоть стараешься, но все равно что-то большой слой взяла. О, как надо красить. Только на камеру мы так умеем красить. Вверх я уже чуть-чуть покрасила, у меня уже просто сил не хватает. Краска опять впитывает. Видимо, надо брать вот так вот много краски и тогда наносить. Тут я второй раз покрасила. Еще немножко, а все, он впитался. Тогда ни одной краски никуда не хватит. Никогда в жизни. Если так красить. Хотя... Не знаю, может, тогда она не будет впитываться. Тяжелый все равно этот труд. Время сейчас 3 часа ночи. Я засиделась опять. И в 3 часа ночи я сейчас крашу шкаф. Слава богу, краска не так дорого стоит. Где-то 500 миллилитров стоит, около 100 рублей, что ли, где-то так, хоть там не 250, слава богу. Да, наверное, надо наносить такими слоями большими. Мне интересно, питается или нет, потому что тут, видите, впиталось. Здесь тут посмотрим потом с вами. Хватит ни на что совсем. Только женщина может покрасить стену качественно. Нет, ну мужчины есть тоже. Могут. Но мой муж не может этого сделать, к сожалению. Делаю это я. Поэтому делаю это я. Угу. Сразу красивее становится. Наверное, я слой маленький слишком накладывала. Здесь, смотрите, уже сверху все покрасила. Еще вот тут внизу осталось. Но там бетонная стена. Конечно, попроще.